Ульяновцы начали подавать заявление на компенсацию за коронавирус. С сегодняшнего дня обращение принимают в любом региональном центре «Мои документы». Специальная выплата переболевшим новой инфекцией составляет 2500 рублей. Ее могут получить многодетные семьи, беременные женщины, инвалиды и жители региона старше 60 лет. А еще семьи, находящиеся в опасном положении. Коронавирус у них должен быть выявлен не раньше 1 ноября 2020 года. Первые заявления уже поступили в отделение социальной защиты населения, где организован прием по предварительной записи. При обращении в МФЦ достаточно предоставить паспорт. А беременным еще и справку о постановке на медицинский учет. Сведения о доходах органы социальной защиты запрашивают самостоятельно. Между тем, только за сутки коронавирус унес жизни 19 ульяновцев. Федеральный оперативный штаб подтвердил 285 новых случаев заболевания. Выздоровели 80 человек.